Правильно ли я говорю, что которая девушка не носит хиджаб, не надо на такой жениться? Ну, ты имеешь право говорить своему сыну, брату, не женись тем людям, которые не соблюдают ислам. Но если она молится, можно жениться. А второй вопрос, правильно ли я говорю, который не молится, не нужно жениться, это не только нельзя жениться на женщине, которая не молится, и нельзя выходить за такого человека, который не молится.